Ну а следующую танцовщицу я не могу сказать ни мало, ни много слов. Дело в том, что на плечах этой замечательной девушки держится очень многое, и не только в стенах этого замечательного зала. Я думаю, что сейчас в этом зале раздастся просто взрыв эмоций, потому что на эту сцену мы приглашаем Наталья Ярошенко! Ваши аплодисменты!